искусство, которое здесь представлено, оно достаточно петрозаводски редко бывающее. То есть это нормальный абстракционизм, это абстракция, абстрактное искусство. Два художника, то есть художница из Норвегии и довольно молодой художник из Москвы. Совмещение их на одной выставке – это, конечно, инициатива, безусловно, медиа-центра «Выход», выходовское решение, можно сказать. А вот по поводу самого искусства, мне кажется, зрителю, особенно неискушенному, было бы интересно узнать вот о чем, что при всей этой непривычности на самом деле вот оба автора, они обращаются к традиции, потому что вот как ни странно, вроде бы искусство, ну, самое нетрадиционное, оно очень элементарное, ну, в таком в нормальном смысле слова, не примитивное, не банальное, именно элементарное. Оно наполнено элементарными вещами, такими как художник работает с ритмом, с цветом. Да, вот он думает о возможности вот этих элементарных вещей, на которых строится вообще любое искусство, потому что все равно вот пятно, линия, да, фактура, цветное, черно-белое и так далее, и так далее. Вот эти художники работают вот с элементарными, с элементами языка.